Всем привет! Сейчас я увеличу немножечко. Так. Вон туда поставь его. Как всегда, начну что-то снимать, и дети из секции вернулись. Так. Ну, я не буду выключаться. А я хочу сделать сегодня обзорчик миниатюр, который я заказала маленькие для своего отдела. Такое все в стиль латунь. И один вот серебристый. Так, поехали быстренько. Значит, вот такой, может, темно. Вот такой ключ от квартиры, где деньги лежат. Так, гитара, ножницы, совенок, стульчик вот такой. Он прям как настоящий. Так. Дальше. Вот такой замочек с набором ключей. Две штуки. Наушники. Так, это немножко не в тему, это заготовка для изготовления брелочков. Так, вот еще интересное, это плащ или пальто, плащ, скорее всего. Два револьвера скрещенных. И вот немножко не в тему, по другой цветовой гамме она идет, из другого металла. Вот такая палитра с кисточками. В общем, это ролик для тех, кто приходит к нам в магазинчик. И, может быть, этого не видит у нас на витринах, потому что все не рассмотреть. Вот. Это вот для них. А для тех, кто не из нашего города, но хочет такое же приобрести, я могу поделиться адресом того места, где я это купила. Пишите мне, спишемся. Я вам скажу, где. Здесь указывать не буду, чтобы не сочли это за рекламу, потому что это я рекламирую свой товар, а не магазин. Вот такая красота. Если мутно получилось, уж извините. У меня вот телефон последний, наверное, месяц доживает. Хочу его поменять. Так, сейчас. Немножко меньше. Вот это мое богатство. Вот оно все в пакетиках лежит. Все сверкает. Все такое красивое, красивое. Нужное, нужное. Всем пока. Спасибо, что были со мной.